Драгоценные. Ну, мы находимся в Китало, в городе Китало, в микрорайоне, который называется Матис. Вы знаете, конечно, место достаточно такое угрюмое, печальное. Вот то место, где мы рядом живем, называется Шимо. И, конечно, в Шимо уровень жизни, ну, очевидно, на порядок выше, чем это здесь, потому что, ну, это просто видно. Более того, мы вот сегодня здесь встретили нашего брата Питера, и он рассказывал, что он родился в этом районе, что он родился здесь, в Матисе, и он переехал туда, в Шимо, только по одной простой причине, что здесь уровень нищеты, бедности, недостатка и всего остального настолько высок, что, вот, как он говорит, что здесь очень депрессивно жить. Вот. Но мы уже были в шоке от того, как люди живут в Шимо, но то, конечно, как вот здесь выглядит быт, жизнь людей и всего остального, оно, конечно, значительно впечатляет. Ну, в плане... Самуил уже знакомится, здоровается с местными. И да, и оно, конечно, очень сильное впечатление оставляет, потому что здесь нищета еще гораздо более печальная, чем это в Шимо. Здесь очень высокий уровень криминальной обстановки. Здесь отсюда, вот в этом районе, очень много прячется преступников, криминальных всяких личностей. Они здесь и живут. И, ну, как бы здесь народ достаточно, вот как нам говорят, очень нужно быть осторожным. Они достаточно агрессивные. Опять-таки, из-за того, что они много пьют, потребляют наркотики и находятся в очень, в таких очень бедных условиях, что даже вот если у местных появляется возможность отсюда уехать, они с радостью уезжают. Вот, так что мы находимся здесь. Мы сегодня были здесь на служении, общались с пасторами, и мы планируем, чтобы здесь, в этом районе, начинать библейскую школу, потому что здесь есть целая церковь, целое движение, которое началось год тому назад. И вот они за год вот собрали, основали 20 церквей, и они говорят, что есть огромная необходимость в том, чтобы пасторы получали образование, и чтобы верующие люди получили какие-то более расширенные библейские знания, ввиду вот тех социальных проблем, которые здесь есть, и духовных проблем. Так что все это... Абари! Все это связано с миссией, это все связано с нашим нахождением здесь. Так что будем здесь трудиться, будем здесь работать, будем здесь, в этом районе, начинать школу, начинать образование, будем строить церкви и будем проповедовать Царство Божие, приходящее в силе. И, пожалуйста, молитесь о нас, молитесь о миссии, молитесь о том, чтобы у нас были, чтобы расширялись наши возможности, которые вот здесь вот на месте находятся, чтобы больше было таких открытых людей, которые хотят перемен, которые хотят роста, которые хотят движения вперед, которые готовы жить и жертвовать, и давать, и вкладывать. Потому что то, что мы видели со стороны вот нашего брата Калиопы, епископа вот этого движения, это очень открытый человек. Я вообще был шокирован тем, что он сегодня, чтобы нас привести на служение, он взял и оплатил машину, которая приехала за нами. Учитывая вот уровень бедности, в котором люди здесь находятся и живут, как бы вот для меня это было просто шокирующе. То есть вот нас встретила, пусть она была разбитая, раздолбанная, пусть мы боялись о том, что мы можем провалиться сквозь пол, когда мы тут ехали по местным дорогам и спидбомам, и, в общем, и она несколько раз глохла, и, в общем, много чего происходило, пока мы добрались до сюда, и, по правде говоря, мы бы гораздо быстрее бы добрались на мотоцикле сюда, чем вот на такой машине, но, конечно, видно жертвенное сердце этого человека, видно желание этого человека, чтобы Божье дело двигалось вперед, и, в общем, я сегодня так прямо он собрал всех своих пасторов здесь вместе. И мы сегодня их видели на собрании, с ними общались, ими пожали руки. Так что это было очень классное время.
И, конечно, мы очень хотим видеть Божье благословение на том, что мы делаем, чтобы вот работа, она здесь просто расширилась еще больше. И нам нужны миссионеры, нам нужны преподаватели, нам нужны молитвенники, нам нужны люди, которые способны стать партнерами этого служения, финансовыми партнерами. Так что много-много-много всего есть. И я думаю, что все больше и больше людей смогут найти свое служение, свое место, свое предназначение. И пусть Бог нас всех благословит, и вас благословит. И до скорых встреч!